Первые торжественные линейки в новом учебном году прошли в 53 школах Одинцовского округа. В этом году за парту сели 56 тысяч детей. 6 тысяч сделали это впервые. Начало учебного года – это всегда много хлопот, забот, переживаний за наших детей. По себе это знаю. Сегодня мы с сыновьями тоже идем на линейку. В Гусарской Балладе это 1 сентября особенное. Здесь открылась долгожданная школа, самая большая в Подмосковье. Она рассчитана на 2200 мест и оснащена самым современным оборудованием. Всем родителям и ребятам новых побед в учебе, творчестве, спорте, новых знакомств. Хочу, чтобы наши девчонки и мальчишки радовали нас своими успехами и в школе, и в добрых делах, в своих поступках. Пусть новый учебный год пройдет на отлично. В День знаний торжественное мероприятие, посвященное 1 сентября, прошло и у стен нового корпуса гимназии номер 14 в Одинцово. Он рассчитан на 500 мест. Его строительство позволило ликвидировать в образовательном учреждении вторую смену.